Что происходит? Твою мать. Купи остальные двери, тоже закрой. Если что, мы готовы к атаке. Какой атаке? От кого? Там какие-то дебилы хотят атаковать дом. Откуда у тебя скаут? Я просто нашел, он лежал где-то там. Рядом с общежитием. Неплохо, у меня куча вида. My eyes aren't red. What are you talking about? Так, мне Петя написала, а почему я в горе зашел? Не отвечай ему. Напиши ему, играю с Лехой и с Владом. Наверное, потому что я с Лехой и Владом. Я уже ему писал, кстати, что я с вами играю. А я? Грустный смайлик. Не, Лех, нет. Мы сидим в одной комнатке, мы готовы ко всему. Пацаны, сидим и сражем дверь все дружно. Кстати, Вова, почему у тебя плейны текстур прозрачные на скрине? В плане? А, так это я это, в стене заспавнился. Меня когда в тюрьму сажают, я наполовину сижу в стене. Кто-то стреляет. А, неплохо. Сука, страшно. Это выше нас этажом что-то происходит. Сука, страшно. О, бля. Фустерпэй, я ебал. Вот, ты помните, я говорил, что Петя не любит играть на фустерпэй, поэтому мы тут его не встретим. Вот. Ну как сказать, поддержим. У нас тут это война идет, как бы, гражданская, нам тут стрёмно. Го участвовать в гражданской войне, я хочу убивать. Давайте за бомжи. Давайте за бомжи все-таки. Какие бомжи? Мы мафия, мы мафия. Блин. Алёша, еще и. Мы будем грабить. Грабить, сиськи, жопу. Ну понятно. Вова, открой дверь, я попробую багануть движок. Уверен? Стоп. Там да. Надо уровень ведь, да? Я или хочу что-то участвовать в гражданской войне. Лёша, сиди на месте. Хочу их убивать! О, да, Лёха. Нет, слушай, Влад. А здесь действует баг? Баг, я против дома. Вон, ебать, чё за хуйня? Чё это такое? Это радио, видно. Ебать. Да, тут работает баг. О, отлично. Тот самый. Мы на нем его и нашли, как бы. Ну да, я знаю. Видишь, да. Какой баг? Ой, а, не надо, тебе не надо, значит. А почему она там открыта, извиняюсь? Потому что там. Я хочу убивать! Давайте выйдем и убьем их всех. А я хочу ебаться. Ну, у тебя для этого рука есть. Ну так-то да. Так, Лёх, ты что, мне изменяешь с ним? Лёх. А, что? Только Влад с Петей, если будет канон. Твой след, Влад с Петей. Я хочу Лёху. Лёху хочу. Лёха мой. Лёха мой, сука. А Лёха, ты за кого голосуешь? Лёша. Я голосую руку. Лёша. За руку? Сука. Почти успел. Сука. Лёх. Лёх. Я даю тебе шанс. Бля, я открыл дверь. У меня недавно это... О, да. Сейчас экран ты закроешь и меня тут. Охуенно. Ну а я буду сникерить. Я прикрою дверь просто. Я... Мне экран смерти недавно выскочил. Там гражданский ходит, стреляет всех. Алло? Алло? Я могу его убить, война. Если хотите. Ну, забегай сюда. Туда? Давай на мэрию. Нет, я хочу сделать ему хэдшот, ребят. Не надо. У нас это война гражданская. Привет, парни. Пацаны, пойдем спасать этот. Идем на войну или как? Вов, ну ты видишь его? А не кого спасать? Никого не спасать, мы против мэрии идем. Все к мэрии идут, все там войну устраивают. А тут есть радио? Да. Да, есть. 15к стоит. Так, спускаемся. Да. Бля. Только осторожней. Лёха! Осторожность, это не твое. Там зомби, там зомби, там зомби. Тикай, тикай. Блядь. Ебаные нет! Админы, бля. Сейчас будет зум-снайперка, черт. Ладно. Паскуда. Военный объявляет вторжение в город. Бля. Пацаны, давайте в доме пересидим. Петь, ты где? Я ударился, бля. Я около мэрии, кажется... Никого нету. Пацаны, пойдемте в общежитие, пока и там ты нам опять оружие выдашь, ладно, давай. Ты можешь просто так выдавать, вот? Да нет, у меня просто дохуя его. У меня и СМГшки, и пистолеты. Ебать. Мне бы пистолетик. Дед, ты чё строишь? У меня есть ЮСП, который получить нельзя. Это бизнесмен. Балдинг. А ну... Блядь, да вы зайдете вообще? Погоди. Сюда. Мы это, оружие получим. Чуть-чуть позже. Мы сейчас оружие только возьмем.
У меня вылетел гарисмот, поэтому я сейчас... Погоди, он насчёт чего говорит? 5 секунд. Насчёт чего? А что, если на тебя заказ сделаю? А, нет. Я показал, что это зомби. А, это и есть зомби, нет? Я бомж Валера. Ребят, пойдемте сюда, это стремно-то. Ща я прибегу. Вакансии, патроны. Анимешный фюрер кинул Зигу. Я вообще на вашем сервере? Фуст РП. Блядь, охуенно. Я еще и не затем присоединился. Точно, блядь. Лол. Лол. Ебал. Наш дом грабят, Вику. Уходите, сейчас убьют. А! Спасибо. Вы ничего не видели? Так мы же из одной группы, ну ладно. Да кое их перестрелим просто и все. А из чего? У меня есть Дигл, например. Ой, Дик. Сколько стоит вообще? Я могу попытаться их убить, но я думаю, у меня ничего не убьет. Не надо, короче. Стойте, я продам все двери. Продавай. За $600. Чего? Чё за... Мы пытались себя грабить так нечестно, сука. Опа. Заходим, заходим. Ладно, тут будем. На втором этаже? Окей, второй этаж слева. Они продали хату. Уебать. Так, за кого мне следить там говорите? Бля. Мафией, мафией. Может, закрой. Ладно, беги. Второй. Закрывай. Хочу быть главой мафии. Хотя жесткий. Так. Давай оружие, дружа. Если они зайдут, убиваем их. Ребят, это какие патроны для этого нам потирать? СМГ. СМГшные. Ой, дорого, ёб твою мать. 100 патронов, ну окей. Ебать, их тут хуя, ребят, тут совы. Ебать, мы знаем, мы знаем. Пацаны. Мы сейчас будем отбиваться. Где вы, блядь, где они? Мы на первом этаже, короче. На втором. Если вы на втором, блядь. Я мы на втором, там дверь сломывать должна. Не, никто не сломывает. Я тебя встречу около двери. Угу. Отошли от двери. Здорово, ебать. Здорово, заходи быстро. Закрывай дверь нахер. Опа, Петя. Я всё, эр, так охуенно. Откуда от меня закрылись? Дай-ка оружие. Сиди там, я... Сейчас дам оружие. Да. Хуям. Там кого-то ебут, пацаны. Закройте. Да, я знаю. Двери. Весь день. Стремновато, пиздец. В смысле стремновато? Это же круто, это эпик. Эпик, эпиком, а мне все-таки стремно как-то это. Да, где мои патроны там? Покупаешь на F4. Да я знаю, там пистолет, да, да, все такое. О, полиции убиваем, не убиваем. Вдалеке бежим. Не, не убиваем. Конечно. Не надо, нас сейчас за. Нас сейчас заджайлят. А, это. Сейчас, ну, они к нам подошли, кажется. Ч. Сидим. Тихо. Сидим. Сидим это смотрим на этот на дверь. Лёх, я тебя застрелю, если что-то начнется. Ясно. Соседи. Надо рассортироваться. Это что у них там происходит? Нет. Соси жопу. Пацаны, отойдите от двери, пожалуйста. Не тратьте патроны, оно пробивает на одну дверь только. У меня дохуя. Мы вам ебало дадим. Соси жопу. Motherfucker, come on, you так. Little ass. Fuck with me, huh? You fucking little asshole. Dickhead, cocksucker. Сука, это красиво. Спасибо, блядь, пацаны. Мне твою маму жалко. В нее такой гигант вошел вчера. А ну кыш, блядь. Я шо, ебать, ты что не понимаешь, блядь, по-русски, да? Так, пацаны, ну на что кто-нибудь один... Посматривал, по крайней мере, за разными сторонами этого балкона, они могут сверху выйти. Так, я Лёш, следи за мной, да, я вижу тебя. Лёш, ага. Следи, Лёш, следи за моей стороной, я за твоей. Я слежу со своей спины, о да. Уйди отсюда. Ладно, давай, блядь, как в фильмах, нахуй. У меня есть дохуя спина наркоты. Давай, спина к спине, нахуй. Я слушаю, тихо. Бля. Так. Я говорю, траблы уже. Тут Лёх, стекло смотри. Выбило. Леша, смотри в ту кто сторону, сломал, я тебе говорю. Бля. Кто сломал, я не понял. Тут проиграй снизу скорее. Ух, еба. Ебать там зажимают. Я хочу воевать. А, ребят, мы тут одни с Лёхой в квартире. Это не опасно, нет? Нет, нормально. Лёха, иди. Я хочу воевать. Я вошел красиво. Я хочу их всех убивать. Ты не сможешь, у тебя ссаный пистолет.
Плак-плак. Сюда, блядь. Я буду стоять на балконе. А, ладно. Как же это жестко. Ты сильно обидел, все, скажи мне. Ебать, пацаны, у меня 147к. Откуда? У меня 153. Это мы с тобой ночью майнили. А, да, 18590. Я бомж. Дайте 50к ПЖ. Нет. Бля, ты жадный нахуй. Бля, открыть я въебу. Быстренько я въебу, но уйду. Вот это пиздец происходит, а? Давайте их всех разнесем. Все, идем их разносить. Да. Ребят. Нельзя разносить, если они не пойдут к нам. Нас посадят в тюрьму. Ой, да ладно. У нас оборот. Слушайте, у меня идея. Зашли, Лёха внутрь. Давайте, стойте, открой. Стой, я камеру установлю. Нам камера нужна. Сейчас Женя. Кто? Всё, почему камера. У нас тут какой-то дебил купил дверь? Все, закрывайте дверь. Да вообще не важно. Ёб твою мать. Воу. Ебать. Нам чуваки ворвались. Каким, блядь, я стой, стой, не стреляй. Блядь. Сейчас. Чуваки, забирайте мое оружие. Закрыл, я закрыл. Это красиво было. Заберите мое там тоже оружие. С катрелом. Это так красиво было. Отойди! Как они влетели, я был вот. А ты как думаешь, через балкон? Кто чекал балкон? Минус я. Никто. Вот поэтому я и говорил, что надо было чекать балкон. Надо было чекать балкон тебе. Почему ты не чекал балкон? Оскорбление полиции. Это помнишь, я... Мусор сосать. Короче. Я знаю эту Дафну. На самом деле это Данфа, и это челик со стримов Воробья. Угу. А-а-а. Они здесь по балкону прыгают.